На переднем кольце стало подшипники вот у меня брякать из-за того, что литола не хватало уже. То есть надо было добавить туда литол. Сейчас вот я добавил туда, открутил двумя ключами разводными. С одной стороны держу и с другой стороны у колеса. И таким образом откручивается вот такая гайка. С одной стороны и с другой. Вот, и тогда освобождается легко дальше все остальное. То есть сначала я здесь смазал, сейчас с другой стороны переверну аккуратно, чтобы здесь подшипники, они просто насыпаны. То есть это такой способ. То есть он не в какой-то, как каретке, находится. Но просто насыпаны шарики. И поэтому их можно выронить, потерять. Для этого я сначала с литолом их как бы закрепил, чтобы они там не выпали. И с другой стороны сейчас смажу.